Здравствуйте! Вас приветствует Никита Токарев. Сейчас я нахожусь в Болгарии, в городе Свети-Влас, непосредственно в ресторане «Лагуна», куда мы приглашаем всех наших болгарских и российских друзей празднично встретить День Победы, 9 мая. В программе нашего праздничного вечера будет интервью с участником Парада Победы в Москве. Живая музыка. Мы пригласили двух бардов, болгарского и российского исполнителя, которые исполнят песни военных лет, а также свои авторские песни. У нас будет праздничный ужин, и у вас будет время для того, чтобы познакомиться с новыми друзьями и обменяться мнениями. Ближе к вечеру мы с вами споем несколько песен под караоке. И в конце празднично запустим фейерверк. Вход на праздник по нашим приглашениям. Приглашение вы можете приобрести через нас, через контактные данные, которые указаны на нашем сайте, а также у наших распространителей. Начало праздничного вечера в 16 часов 9 мая 2013 года в ресторане отеля «Лагуна», что находится в центре Свети-Власа. Ждем вас!